Аваль, слышишь меня? Потише сделай. Твои полицейские сейчас остановились, что-то в белом костюме. Ну, говорю, это костюм отца перед смертью он купил мне. Ну, делай костюм. Смоленский ездил я. 6000 стоит костюм этот белый. За 200 я. Они говорят, почему белый костюм? Почему белый? Ты не Пасха. И Пасха раз. А вторая. Наверное, Тота Кутуния. Элвис Пресли. Все были в белом костюме, да? Джон Леннон. В белом костюме. Главное, белый костюм. Батька перед смертью вот подошел. Поставлю еще раз Тота Кутуния. Любил итальянцев. Он подошел. Тут же жаба написала, снизу это жаба. Эти твари. Соседи на него, помнишь? Мы сидели на кухне с ним. И он говорит, встал итальянцев. Как они поели в белых костюмах. Белый костюм не просто так. Это интересно. Это жизнь. Я сегодня прошелся по Ярцеву в белом костюме, да? Что это значит? Люди как херота вокруг бегают. Еле выживают во всем черном. Во всем черном. Я в белом костюме. Вообще шок у всех. Слышишь? Хорошо. Шок был у всех. Я только, я тебе сказала, в интернет не выкладывай это. Чего? А то выгонят у меня с ментовки сразу. Кого? Ну, это... Кого выгонят?